день, мои сладенькие мальчики и девочки. Надеюсь, у вас все хорошо и никто из вас не болеет. С вами снова я, мисс Люда. Я хочу вам показать, как можно сделать бабочку. На прошлом уроке я с вами делала лягушку. Вот из такой трубочки. То же самое мы будем делать сегодня бабочку из этой же самой трубочки. Мы возьмем желтого цвета бумагу. То есть не бабочку, а пчелку. Потому что пчелка у нас желтого цвета. Должна быть по размеру, по высоте нашей трубочки. Мы ее приклеиваем. Нам нужно вырезать два сердечка, тоже по высоте нашей трубочки, из белой бумаги. Дальше нам нужно вырезать из черной, детки, бумаги две такие полосочки и приклеить к нашему туловищу. Потому что пчелка у нас полосатенькая, да? Одна полосочка у меня готова. Я беру следующую. И приклеиваю. Приблизительно на таком расстоянии. Далее, детки, мы должны с вами вырезать циркл, кружочек для нашей головы. Вот у меня уже есть готовый кружочек. Я вырезала тоже из желтой бумаги. Далее я вырезала маленькие глазки. И такие антенки вырезаем. Берем черную бумагу. И вот я вырезала такие две тоненькие полосочки. Нашей голове. Вот так, таким образом. И вырезаем из черной бумаги два маленьких сердечка. Я вам покажу. Вот вырезается такое сердечко. Два. И вы должны приклеить это сердечко вот так. Вот что у вас должно получиться. Такие антенки. Мы эти антенки приклеиваем две вот сюда. Голове нашей. И нашу головушку. Мы сначала нарисуем ротик, да? Рисуйте ротик, щечки можно нарисовать и реснички. Теперь мы берем и приклеиваем к туловищу нашу головушку. Вот, детки, у вас так должно получиться. Теперь берем крылышки. Также приклеиваем к нашему туловищу, но таким образом. Вот так. Одно крылышко готово. Теперь второе. Другое приклеим. На одинаковом расстоянии. У нас получилась пчелка, детки. Вот такая пчелка.
На этом я свой урок заканчиваю. До новых встреч. Пожалуйста, ведите себя хорошо и не болейте. Bye.